сестрины. Пум! Ты не рысь! А чё ты туда пошёл? Ну, Берт, там это освещение. Это какашечки пумы? Да, это... Я никогда не видела какашечек пумы. Правда, лошаденька. Ты лошаденька? А не закапывает? Он же котик. Ой, закапывает, ты посмотри, он персонаж. Может быть, закапывает, нет, это как... А чё это он? Ягод умеет. Это он, типа, как быкует. А, ты сейчас разбежишься? Сейчас разбегусь. Он может сделать пшш, да? Ты делаешь пшш. Или ты при Кате не делаешь пшш? Нет, он просто понимает, что как-то пришли подозрительные люди и какашки будут копать. А то кто его знает, где твой какашечки пумы? Мы любим какашечки. Пумк. Все шарики полопал. Ага. С днем рождения. С днем рождения, да. Видишь, у тебя гости приехали. Да. И все снимают. Это да, день... ты нового кота у меня видела? Нет. Покажи нового кота. А старого кота видела? Старого вон того? Это Руфи. Выселили. А к нему можно? Можно, конечно. А он это спустится? Слушай, скорее всего, он будет от вас бегать. Он сейчас дуркует. Да, но он в вольере находится приблизительно 3-4 часа в день. Запусти меня, пожалуйста. Запущу, так не выпусти кота. Ну ты закрой меня. Он, скорее всего, будет убегать. То есть, если дома он подбегает сразу, здесь он начинает играться и дурковать. Ого! Ничего себе! Коть! Иди сюда, привет! Ты ж такой кот. Ты ж баки распушил. Ты такой кот. Руки. Сразу таким серьезным стал. Серьезный кот. Это тот, который на кроватке валялся. Да, он, собственно, сейчас на кроватке валяется. Он ночует дома. Ну, он в вольере 3-4 часа в день, а остальное время... А, кот! Ой, ты ж какой хороший! Ну и в осадке я его не вытаскиваю. Серьезный кот, да? Он чуть не упал. Какие когти! Он чуть-чуть размяк. Опа! Блогеры подоехали все с телефонами. Да. Глазами кота это вот. Все снимают. От лица кота вид. Понаехали. Я думала, ты его снимаешь это. Его причиндалы, да? Нет. Засмущали кота. О, смотри, как он умеет. Ой-ой-ой. Той. А сделай еще такой прыг, Руфь. Сейчас он и не такой сделает. Давай. Руфь, давай. Он так покрупнел внезапно, он же поменьше был, да, Артём? Слушай, он меньше, да. Кажется, он просто здесь нахохлился, и он типа хочет казаться больше. У меня синит почему-то съемка его. Синит? Пьяный телефон. Ну, смотри, как получается. Синий кот. Ну, у меня тоже, кстати, синий. У тебя тоже Samsung? У меня Samsung. Нет, у меня Huawei. У меня тоже... А у тебя что? Тёмыч, Samsung. И у тебя синий, посмотри. Куртку. О, сейчас будет реклама айфонов. Ну-ка, посмотрите все, как на айфоне качество изображения. А у меня синий. Так что... А, ты даже айфон делаешь? Да. У меня... Мне кажется, он потом переделает. У меня куртка Никина синяя. И у Тёмыча то же самое. Не знаю, ребят. Вот свидетели... Прыг! Давай, Руфи, мы за тебя. Он спал, походу. Подняли. Барабан дробь. Заставили прыг. Коть! Вот эта спина не кусает, то хорошо. Да? Я уже приготовил. Я сейчас тебя отправлю. Дубль 2. Давайте. Я готов, Катя. Я тебе новую футболку привезла. Да, даже две. У меня даже куртка специально для этого. Вот. А ты думаешь, почему он стоит с другой стороны, а не с вами? Он Руфи любит. Не надо. Да. Я уже Руфи... маленького видел, Владил. Но он не хочет прыгать. Давай я тебя тогда поглажу. Спишь. Ты такой... Ой. Кусь. Меня сегодня коза делала кусь. Ой. Ну, коза... Слушай, а Ксюша же должна приехать. Ксюша приедет вечером к тебе. Так, а сено? Да, она приедет. Она отщипнула, а мне не привезет. Я тебе сено отщипну. Она тебе привезет сено вечером. А, нет, просто... У тебя тоже синяя куртка. Просто смотри. После... Катя, все в порядке, дело не в айфоне. Да, дело не в айфоне. Она к тебе заедет после Путилова. Вот. А в Путилово она хотела поснимать здесь ковриками. Поэтому мы приехали и спалили Ксюшин план. Вот. Кстати, грациозно. Окружили. Да? Да, так мы тебя освободились. Ой. Пространство.
разошелся. Вот я просто тебе говорила, полезен вольер вот этими вещами. Да, 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 то, что он физически будет развиваться. Дома ты в любом случае так не сделаешь, у него даже внутренние ограничения есть, потому что он же знает, что на стол нельзя. Он просто иногда и прыгает, но как бы знает, что нельзя. Соответственно, на полную мощь там бегать не может. Ой. Ох ты. Ну, прям. Страняша. И тягушки. Ну, здесь он прям гораздо крупнее кажется. Такой сразу дикая тварь из дикого леса. Да. Еще и ругается какой-то. Это он сказал? Бур? Да, это он. Он всегда бурчит. Артем, ну, заходи давай вместо меня. Хочешь? А Артем хочет так большим кисть. Да, да, да. Я не трус, но я боюсь. Может, тебя сразу к пуме? Нет, нет. Я пока не он понимаю. Нам еще пригодится, не надо сразу к пуме. Кто, пума? Да, для контента. Кстати, он к тебе же захотел. Заходи к нему. Да? Да. Только смотри, чтобы он не выскакнул в дырку. Не буду. Вот. Ловкий парень. Не по пальто, да. Видео монтирует, пишет, читала комментарий к видео, народу не нравится, что ты зовешь своего кота мяу. Это как, блин, что ж поделать? Это которая мяучела или? Мяурицу. Мяурицу, да. Мяучелло. Можно мяучелло. Я просто сразу вспомнила чучело мяучело. А, так Кате тоже нужен контент, все нормально. У нас мужики-то редко. Камеру бери. Поэтому я что-то... Чего? Макс, есть пресс-карта, все нормально. Мне кажется, он просто сказал, что его задолбали блогеры. Уберите уже телефоны. Давайте играть, уберите телефоны. Ну, пойдем к большим. Можешь играть? Они тебе весь внимание. Он хочет мой телефончик. Что там? Да, я буду следить пока. Беги, Тёма, беги! Run, Forest, run. Все. Я готов. Сбежал. Добыча ушла, прости. На. Нет. Ну что, ты со мной пойдешь? Со мной пойдешь? А вот большой. Ты уже домой, что ли, хочешь? Догулялся. Я, мать, все. Ладно, куда выйти? Мы сейчас тебя заберем. Ну, вот мать выгоняет из дома. Ну-ка. Кису! Ладно, так выставили, они добрые кисы. Ну, они добрые, добрые. Они не хотят добреть. Я еще с двумя сразу как-то одновременно не общалась. Да? Ага, обычно они по одной были. Да. Мне кажется, обычно я стараюсь, наоборот, пускать кого-то, чтобы они были вдвоем, потому что они еще другие. Ей нравятся мои ботиночки. Слушай, ни разу не гладывала. Да, иди сюда, идем. Где спина? Ты вот ее гладь. Мужиков мы тоже не любим. А там еще круче ботиночки. А тебя мышами пахнет? Да, летучими. Такая кисонька у моих ног. Все прижались к стене. Да, спиной. Мой ты кисик. Все, кажется, мне надо оставлять кому-то ботинки. Ой, умка залипла. Панк, ты можешь тоже позалипать? Прекрасно, да. Прекрасные кисоньки. Ай, не кусай ботинок. Да пусть кусает. Это специальные ботинки, которые для можно... Для кусаний. Для кусаний, для топтаний, для топлений в болоте. А что ты там ешь? Ботинок. Не, серьезно, она слюнявит мне ботинок. Хан, мне кажется, в твоем состоянии так прыгать. А она беременная? Слушай, не знаю, но она очень пузатая. А-а-а. Я подозреваю, что да, она прям очень мощная. Слушай, прям вообще пузатая. Не, кстати, от них, кстати, может же мурлыком пахнуть. Он... Ну да. Спит на них. Слушай, а ее, в принципе, может забавлять. Они же кожаные у тебя? Ну, да. Запах кожи, просто кожа. Ну, ну, они такие кожа. Старые, что, может, там уже кожа. Ну, не... так наоборот, ну, старые. Вот, да, вот просто смотрит как бы на стенку, и со стенки мне на спину. Вот такая прям внимательно любуется. Не-не-не-не-не, Дэвид Блэйм. Ой, она прям чудо зубьями.
Да, это моя нога, там, если что, кисунь. Кисюня. Ой. Ой, вылизывает. Не хотите? Она слюнями, смотри, целую лужу там налила. А можно я как-нибудь выйду? А нет, здесь занято. У нас здесь... На самом деле через... Окошко занято. Да. Тут красотка, она реально примеривается, она подходит и думает, как бы вот на стену... Она мужиков прям... Она, в принципе, на женщин, но мужиков больше любит. Иди сюда. Она хочет доминировать. Вот зад, назад, пяться туда, это самое, это окошко, мы здесь выпустим. Да я не вылезу отсюда, ты... У него спина. Я не согнусь пополам со своей поясницы. Вопрос желания. Кисунь, я бы тебе подарила свой ботиночек, но я босичком тогда не смогу ходить, холодно. А я не знаю, ай, ой, обо что это я там, спина. Аня, иди сюда, иди сюда, мой путь. Тут столько вкусной еды, то бишь меня. Ой. А, как так-то? А ей, она тоже хочет туда. Надо просто сейчас, чтобы ему было проще выйти, я Ханну. Да, дай-ка я выползу. Она как бы не пытается особо. Главное, кошку меня не выпустит. Не-не-не. У меня не герметичная сейчас территория. Да, понятно. Кошка. Добыча ушла. Ушла добыча. Добыча ушла. А какашки тебе зачем? Ник, собираешься в Питер переезжать? Переезжать нет, у вас очень холодно. Ты так зачастила уже, что мне кажется, пора. Я промо-акции же всякие. Промо-акции? Да.